Реконструкцию внутриквартальных дорог. Сегодня мы провели инспекцию по улице Калиновая 1, где с 1991 года не проводилось подобных работ, реконструкций. Там укладывается новый бордюрный камень, будет новый асфальт, предусмотрены паркокарманы в большом объеме, согласованы эти все моменты с жителями, так чтобы не было, скажем так, каких-то скандалов, чтобы учесть их мнение. Дальше мы прошлись с мэром за территорию ДК «Металлург», где в будущем, в ближайшем, мы планируем начать реконструкцию сквера. Я попрошу жителей обратить на это особое внимание. Да, мы планируем, то есть, как бы начать масштабную реконструкцию сквера там, где сейчас есть детские площадки. Эта территория будет закрыта, если все будет благополучно, с начала июня и до Дня города. Мы с жителями сможем насладиться нашим домашним кинотеатром, если карантин отменят. А пока эта территория будет закрыта, просим отнестись с пониманием, ведь все делается для людей. И, скажем так, то есть как бы это закончится и будет прекрасная, то есть история, мы сможем нормально проводить наш досуг на этой территории. Это в планах.